6 февраля на российские экраны выходит фильм «В спорте только девушки». Головокружительные трюки и юмор на фоне роскошных пейзажей. Сюжет фильма разворачивается вокруг подготовки к Олимпийским играм женской сборной по сноуборду. При этом трое сноуборд-фрирайдеров, скрываясь от погони, переодеваются в девушек и совершают профессиональный спуск со склона. Их мастерство замечает тренер, которая, думая, что они девушки, приглашает героев отправиться в составе сборной на тестовые соревнования. Возможность опробовать олимпийские трассы, неплохо оттянуться и скрыться от погони вынуждает героев принять единственное правильное решение – поехать в Сочи, где их ждет множество забавных историй, ну и, конечно, знакомство со спортсменками. В картине уникальный для российского кино саундтрек, включающий мировые хиты от Ланы Дель Рей, Фрэнка Синатры и многих других. Так что с 6 февраля смотрите фильм «В спорте только девушки» на больших экранах.